Воу-воу-воу, надо свет включить. Ян, сходи, включи свет. Раб. Я не раб, я принцесса. Сейчас посмотрю, как на записи это выглядит. Не, раб. Замечательно. Так, значит, всем привет, я Вова и... Ян, принцесса. И этот ролик создан при поддержке группы «Игры для слабых PC». Слабый PC или мощный PC, нефиг выпендриваться. Играйте в игры для слабых PC, чтобы вам не завидовали. И... В общем, если вы хотите посмотреть прошлую серию, кликните на аннотацию в левом верхнем углу экрана, а если хотите посмотреть следующую серию, кликните на аннотацию в правом верхнем углу экрана. А то люди не додумываются, что аннотация с надписью «Предыдущая серия» и «Следующая серия». Там будут стрелочки в разные стороны. И сегодня мы проходим какой эпизод? Сегодня мы проходим шестой эпизод. Ян, четвертый и пятый мы прошли в прошлой серии, потому что, четвертый был очень короткий, а пятый... Был очень длинный. Да и вообще мы все проходим за один день. Ну да. Вадим. Это просто ужасно. Давай, Вадим, погнали. Вадим Дубль. Пошли. Захватим Донецк. История. Эпизод 1. Призрачная угроза. Нет, я тебе в рожу дам. Нас по морде разбросали. Глава Джейс. Принцессе можно. Дарт Мол. Энакин Скайуокер уничтожил армию Торговой Федерации, но в Королевском дворце продолжается бой. Кьюгон Джин и Оби-Ван Кеноби столкнулись с еще одним врагом. Все это типа интрижка? И это типа интрижка. А теперь можно пропустить. Во, вот это героизм. Интересно, а если эти две давайте палочки... с тобой такие, типа, раз, два, три, давайте. Ой, а это я помню эту миссию. Воу-воу-воу. Shut up. Моментом подсвернем слегка игру. Так, все. Все круто, четко, пацаны. Я поставлю в скайпе, не беспокойтесь. Будто бы это когда-нибудь кого-то останавливало. Давай. По крайней мере, это меня не трогает. Ты может отражать будешь патроны? Меня уже не стреляют. А, нет, стреляют. Там надо в последний момент отражать, тогда они летят ровно в цель. Смотри, у тебя летит, типа вот смотри вот на меня. Опа. Да, понял? Ты крутой. Ну ты лох, я знаю. Ян. Чё? А сейчас из-за тебя зачмырят. Пошли налево, налево, лево. Лево. Налево, лево, быстрее, лево, лево, пока там Дарт Мол прыгает. Так, тихо, он сейчас отправит нам бочку, а мы такие типа опа по нему. Все, давай дальше. Давай тут хоть соберем истинного джедая. Будем джедаками наконец. Будь ты уже джедаем, наконец. Чувак, ты можешь их убивать, или только я это буду делать? А, это я тратил. Спасибо! Я вижу, что ты ученик, Ян. Я, короче, думал, что это... Ян. Что? Знаешь, я больше боюсь себя, чем этих дронов. Ян. Да что, блин? Ладно, пусть в меня стрелят. Это тяжело, Ян. Ян. Чё? Тебя только что чуть бочкой не прищучило, если ты не понял. У него типа настолько много силы, что он мост одной рукой вверху держал, а второй рукой в нас бочками кидался. Хотел бы я столько силы. Математик спрашивает, Вова, где твое домашнее здание? Я одной рукой парту держу, а другой рукой в нее бочками кидаюсь. В ту запись в дневнике кидался бочками на уроке математики. Все так и поверили. А что, был случай? Где ты взял бочки? Так на труде выковали. Ты
ты это, профессиональный кузнец. Поднимаемся наверх. Подожди. Подними меня наверх. И держи, держи. Держи меня. Держи меня, Ян. Держи. А, мы могли друг друга поднять. А, подними меня еще раз. Тихо. Я очень ловкий. Давай. Все, пошли. Спасибо, Ян. Не за что. За то, что просто так ударил меня. А, моё-моё! А, моё-моё! Еее! Моё вообще. Ну, блин. Ты ж какой крутой, я ж собрал монетку. У меня все равно больше. Зато у меня осталось чувство собственного достоинства. Погнали вот сюда. Это единственное, Ян, чтобы у тебя осталось. Ты живешь у меня второй месяц. Но со своим чувством достоинства. Как там в отель с собаками нельзя, с чувством достоинства. Воу-воу-воу, сейчас будем драться. А нет, не будем. Ты ему сейчас лучше по руку отхреначит. Сейчас ему... Ничего, что ему сейчас полтуловища отхреначит, и обе половины уронят. Нет? Это ж Дарт Мол. Кстати, он еще выжил каким-то макаром. А, нет, не выжил, нифига. Я вижу, ты круто играешь. True геймер. Спасибо, Ян. Давай поднимемся об этом. Прыгай. Прыгай. Спасибо, Ян. Тимворк. Ты видел это, да? Да. Так, стоп, давай налево. Лево. Налево. Да, блин, Ян. Я... Запомни, Ян, ты голубой. Ты куда ты? Зачем? Ты дурак совсем, ты меня чуть не убил. Да хочешь? Смотри на свой меч, придурок. Убейся и вот это. Вот подойди сюда и убей меня. Сейчас. Ян. Я. Знаешь, чем должен был подойти ко мне, чтобы потерять меч? У, Х, Ж, К. Мне неудобно. Это все еще раз на другие три буквы управления поставлю. Четыре. Блин. Не знаю даже на какое слово поставить. Ударь меня, пожалуйста. Ян, единственный раз, когда я попросил тебя меня ударить, ты не смог ударить сразу. Последнюю забираем. Все. Да Ян. Назад, назад. Придурок. Давай сюда. Сейчас тут будет трындец боевых роботов. Ты офигеешь, сколько их там будет. Смотри, думаешь, мы с ним будем сражаться? Нифига, он убежит. Ты же как-то мол. Героинизм. Где у него там рация это поместилась? Нет, серьезно. Ты чё, GTA не играл? Рацию спрашиваешь, где поместил? Не играл. Спасибо, Ян. Я убил всех, но ты меня ударил два раза. А, это вот так вот можно? Это магия. Да вообще красава, Ян. А, блин. Смотри, надо вот того вырубить, главное. Понял? Прыгай, прыгай, прыгай. Jump, 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 everybody, jump. У меня одно сердечко, я же... Воу-воу-воу-воу-воу, полегче, пацаны. И в дак-кейк свои силы разбросал. Нет. У тебя лицо не чешется? Нет. Хочешь подешево? Монетки, монетки, я соберу монетки, а ты их бей. Ты в курсе, что их выключаешь только? Какая сила? Да, конечно, я скидываю. Пробираемся к этому здоровому, потому что он постоянно спаунит этих. Понимаешь? Джамп, джамп, everybody.
Оу. Так, давай отражать их спокойно. Так, пошли сначала возьмем. Не бей меня. Я отразить хотел. Ты меня ударить хотел, блин. Мне нечего терять. Ты не хотел меня ударить, да? Мне есть чего терять. Ян, знаешь, ты самая величайшая динамо-машина, которую я знаю. Воу-воу-воу. Кэш. Я летал. Ты сейчас полетишь с пятого этажа, Ян. Если не перестанешь заниматься хренью. Ян, хватит меня бить. Я не тебя бил. А что ты делал? Это все ты махал в нейтральной зоне у меня мечом перед носом, Ян. Я ничего не отражаем хотел. Спокойно. Ух ты, я научился. Ты придурок. На что это похоже, я? Ни на что. Что-то мне кажется, здесь... Мне кажется, здесь скрытый смысл, что... Какая-то не очень игра, да? Не, хорошая игра. Смотри, как я делаю, смотри, на рычаг. Вот прикол. Монетки. Сейчас. Тыкай. Помнишь, что было? А, ты не смотрел фильм. Ну, я, короче, когда фильм смотрел, я сначала так получилось, что прошел все части этой игры. Потом фильм для меня особо не был сюрпризом, но, блин, я так офигевал от того, насколько эта игра подробно повторяет фильм. Настолько, что трындец. Я бы даже сказал, яндец. Воу-воу-воу. Shut up. Так, давай. Сделаем этого ложка. Бей его сразу, и он такой, типа, нет. Давай, ты его, типа, постоянно бей, я его буду урабатывать, типа, такими атаками АОЕ. А, давай. Понял? Вот, видишь? Он тогда, ну, не может меня ударить, потому что он твои атаки отражает. И тебя не может особо ударить. Вот, все. Видишь, рвем его как лоха вообще. Плохо, но как лоха. О, отправляйте штуки назад. Велосипед назад. Сбирайте свой аист! Рады. Yeah. Ты давай отправляй аиста, а я его взорву. Yeah. Oh, нет. Это был я, кстати. Нет! Нова! Воу-воу-воу! Видишь, какой я крутой. Крутой Ян. А, ну, видишь, я крутой, я зацепился. У меня нога отклеилась чуть-чуть. А тут ему руку отрежут, да? Да, и ну вроде там кому-то. Ноги такие типа вилы поставили. Подумал. Ужас. Истинный джин. Чувак, ты в курсе, что у тебя под конец было 0 монет? Нет. Ну ладно, не 0, но чуть-чуть меньше, чем надо. Видишь, чтоб чуть-чуть мы выиграли, все из-за тебя. Че там экран так метался? Да, мы прошли первый, получается, эпизод. Таран-таран-таран-таран-таран. Прям карнавал привод. Йоу! Блин, еще две штуки. Дальше их, ладно, положу в эту тумбочку с GoPro. Блин, тут места нету для GoPro уже, от GoPro. Положу их здесь.
Ну чё, круто, как тебе первый эпизод? Круто, да? Круто. Понравилось? Угу. Чё вот вообще? Прямо вообще. А я играл лучше? Нет, конечно. Принцесса всегда играет лучше. Ай, я пальцем ударился. Всё потому, что ты не умеешь правильно драться с принцессой. Ты ж принцесса, у тебя типа комбо. Тихо. На виселицу смерть. Да. Я злобная принцесса. Я тебе ручку под ребро воткну. Я оскорблен. Кто будет нарисовать? Я на принцессе. Я хочу корону. Ай-яй-яй. Я ликорном. А ликорном. С короной. Розовым. Идиотизм. Вот таким. Я тебе отвечаю, если тебя нарисуют, я это распечатаю и расклею тебя по школе. Я за вас отвечаю. Нарисуйте, вот видите. Теперь молись. Кому? Я принцесса. Другой принцессе. Я не буду молиться другой принцессе. Я единственная принцесса. Итого, это содержание мозгов в голове Яна. 5,9%. Ну что, пошли посмотрим, что я могу купить в магазине. Что я могу купить? Ты ничего не можешь, я тебе запрещаю. Куда ты пошел? Сюда, в магазин. Воу-воу-воу, смотри, мы 1:51 наиграли, трындец, да? Стой, давай я посмотрю лучше героя, подсказки, героя. Тут есть типа подсказка, не трать деньги на подсказки. Давай экстру посмотрим сразу. Маскировка, удобрение, торговля. Чубака несет. Силуэты, ну типа мы черные. Бип. Закрыто. Закрыто. Все это закрыто, все что ли? Ну да. Золотые камни. Собственно говоря, зачем они нам? Клипы истории. Вести код. Код. Давай героев посмотрим. А тут нет никого прикольного. Там принцесса была. Нету тут принцессы. Падме, видишь принцессу. Так, ладно. А на этом всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, не ставьте дизлайк. А то за каждый лайк я буду бить Яна в щеку. Да, еще подписывайтесь в группу «Игры для слабых PC». И играйте в «Игры для слабых PC», если у вас слабый PC. А если у вас сильный PC, нефиг выпендриваться, играйте в «Игры для слабых PC». А то вам все будут завидовать. А если у меня не идут даже «Игры для слабых PC»? На этом все, спасибо. Пока. Е, теперь летсплей веду я один. Лалка. Табуретку на место поставь. Дружище, спокойней.